К сожалению, нет вот таких вот признаков. Вот если мы заболели гриппом, да, у нас температура, мы чихаем, мы понимаем. Ветрянка, вот она высыпала. А здесь, попадая в организм, через 1-2 недели могут быть утомляемость, какая-то слабость. То есть это можно списать на все, что угодно. Поэтому и мы призываем, пройдите хотя бы раз в год, сдайте анализ, узнайте свой статус.